некой заряженности, безумного желания победить уже нет просто у этого поколения. И таким образом вот эти поражения — это не какая-то там случайность, это как раз следствие того, что сборная Испании прежде всего там эмоционально оказалась выхолощена. Касорла. Ван Фран. Иньеста. Кстати, Хаби Алонсо, в принципе, глубоко действует, но сегодня особенно. Хорошая возможность. Передача на Вилью. Вилья пяткой. Прекрасно они разыграли. Это очень красивый, фантастически красивый мяч. И прекрасно, что забивает его Давид Вилья. Человек, который, по-моему, больше всего старается сегодня. Целует эмблему. На майке Давид Вилья. Красиво. Действительно красиво. Давайте мы посмотрим. Иньеста делает замечательную передачу на Хуан Франа. Тот выдерживает паузу, пасует. И Вилья пяткой, элегантно и даже чуть издевательски, переправляет мяч в ворота. Я даже, знаете, позволю себе предположить, бывает так, что просто по-другому и неудобно бить, поэтому футболисты бьют пяткой.